15 дагестанских борцов греко-римского стиля выступят на предолимпийском чемпионате России. Турнир в Ростове-на-Дону стартует 18 января. Подготовка команды уже вышла на финишную прямую. О том, с каким настроем наши классики подходят к главному старту сезона, узнавал Курбан Рагимов. До Олимпиады в Токио остается чуть больше полугода. Выступить на играх четырехлетия – мечта каждого из этих борцов. Предстоящий чемпионат России определит состав национальной сборной, а потому на тренировках все выкладываются с полной самоотдачей. 10 секунд, до конца дорабатываем! Главные медальные надежды тренерского штаба связаны с Миладом Алирзаевым. В Ростове действующий обладатель Кубка мира выступит в олимпийском весе до 87 килограммов. Для победы 22-летний классик намерен отдать все свои силы. Сейчас чемпионат России все покажет, определится лидер и дальше будет отбираться на Олимпийские игры. Я также хочу в гонку ворваться, можно сказать. Реально много примеров тоже было и по классике. Я думаю, все возможно, главное верить, настроиться, как на последние соревнования. С детства, можно сказать, как начал осознанно тренироваться, это стало главной целью моей жизни. И вот постепенно иду к ней, иншалла, думаю, все получится. Помимо Алирзаева, республиканскую команду в Ростове представит еще 14 спортсменов. Двухнедельный сбор дружина Магомеда Асхабова проводит в Центре спортподготовки в пригороде Махачкалы. Все основные нагрузки уже позади. Я думаю, в принципе, ребята сейчас в хорошей форме. Подготовка тоже неплохая у нас прошла, можно сказать. Вот сейчас вот у нас сегодня вот работа уже, это уже подводка, уже такая легкий, как у нас в борьбе называется, пуш-пуш сегодня, у них легкая работа такая вот. Мы каждым годом, в принципе, планку поднимаем и надеемся, что иншаллах, с помощью Всевышнего, что мы в этот раз уже займем, хотя бы уже планируем, хотя бы уже 3 медали завоевать на чемпионате России. В заключительный день сборов борцы проведут контрольные схватки. В донскую столицу команда отправится в воскресенье. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.